Всем добрый день, мы уже дома, я уже приехала домой. Заехала в Меркадону, купила черешню. Она у меня вместо семечек, прям хрум-хрум-хрум-хрум. То есть без черешни никак, надо отъедаться, пока есть, она есть. Вот, и дыню резаную. Кстати, тут вот в комментарии был, не страшно ли мне дыню резаную брать. В Меркадоне мне совершенно не страшно ее брать. Почему? Потому что их режут, я говорю, и арбуз, и дыню. Там специальный закуток у них такой есть. То есть вы можете даже увидеть, как они это все делают буквально при вас, да. Специальный человек в перчатках стоит, режет и сразу взвешивает и клеит вот это вот. Ну, закрывают и клеит на клетки. То есть то же самое, что как нарезают хамон, да. Отравиться можно да чем угодно, господи. Несмотря там ни на дыню, ни на чем на свете. Мне очень сильно болит голова, потому что у нас очень сильно опять ветер задолбал и похолодало, знаете. Вчера я как сглазила. Видимо, на ветер у меня так действует башка. Ой, сейчас какую-нибудь таблеточку тяпну. Бусы мои, кстати, это натуральный камень. Вот этот вот какой-то. Вот видите, тут камушки какие-то. Нет, ну, конечно, не драгоценные, не бриллианты, не аметисты никакие-нибудь. Но и не пластмасса. Ну, то есть слышно, да? Вот. И буду кушать. Пойду кушать сейчас. У меня там салатик. Но сначала нужно справиться с головной болью. Вы знаете, когда что-то болит, вообще неохота не кушать, ничего неохота. Правда же ведь? Я так думаю, что это правда. Шарик мой дулся, надо его, кстати, выбросить. Повис шарик. Да. Мебель к нам, кстати, вот эту сегодня должны, вчера должны были приехать и убрать, там родственник. То есть даже не убрать, они с мужем попытаются его поднять наверх. Если это не получится, то выбросить, но... Вот эти ящики, знаете, что я с ними хочу сделать? Я хочу их приспособить для своего, как бы сказать так, сад-огород. Хочу туда насыпать земли и сделать там, посадить, например, там, не знаю, рукулу, потом всякие перхиль, господи, петрушка. Ну, вот такие вот травы. Травушки, муравушки, деревца зеленые. У нас, кстати, когда тут разговаривают, все слышно. А что? Я пою очень даже ничего. Пускай слушают. Может, мне еще и похлопают. И вот хочу сделать себе сад-огород. Такие вот у меня планы. Я что-то думала, не выбрасывать же. Я как раз искала какие-нибудь деревянные штуки. Мне их не искала, я просила, чтобы мне их сделал муж. Но, блин, вы сами знаете, как это все у них делается. Что да-да-да, и нифига не да-не да. Ладно, пойду переодеваться, потому что кушать хочется. Может быть, пока переоденусь, голова перестанет болеть. Знаете, лучшее лекарство от головной боли – это сон. Я, короче, удрыхлась. Так, не захотела никакой таблетки пить, ничего такого. Думаю, пойду-ка я полежу маленечко. Ну и полежала. И правда, голова прошла. Как говорили раньше, моя бабушка, голова не жопа, завяжи да лежи. Она была полностью права. Я сейчас хочу, ну, я, во-первых, уже оделась для того, чтобы идти гулять с Чарли. Сегодня у нас прохладно на улице. Так. И хочу сходить наверх. У Маши там сейчас очень сильный ветер. И убрать вот этот вот картон вчера, который... Если он, конечно, не улетел куда-нибудь. Необъятные просторы. Ага, никуда он не улетел. Он вот тут вот, как был, так и есть. Жарко. Так что ничего никуда не улетело. Все на месте. Хорошо, что я стул вот этот сверху поставила. А то, знаете, думаю, ветра уже не будет. Ага, фикушки, вон какой ветер.
Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаю туч. Ой, я за вчера ж поливала, забыла цветок вот этот полить. Тут ветер не чувствуется, но вот открою окно, и все, и улетает. Снег кружится, летает. Ладно, сейчас уберу вот этот картон вот в этот пакет. Не знаю, как это получится, но у меня должно получиться. Ну, в принципе, иначе не могло быть. Потому что, если Оксана сказала, что поместится, значит, поместится. Третьего не дано. Мне даже пакеты подчиняются. Сейчас пойду выброшу. Маму, кину маму на кай, венга. Чарли там на меня стоит, смотрит. Венга, Чарли, маму на кай. Потом приду посуду помою. Вот. И хочу на завтра сделать капусту, потушить картошечкой. У меня там две сосиски есть. Вот и она у меня тут капусточка лежит, на меня смотрит. Я хотела сосиски в вине сделать, а потом дома. Нет, я лучше капусту сделаю. Капусту очень люблю. У меня муж тоже ест, кстати, тушеную капусту с картошечкой сделаю. Знаете, так вкуснее. Ты уже съел, уже приготовился, моя рыба сладкая? Уже приготовился. В парке, по-моему, какой-то праздник. Смотрите, какие все детишки нарядные. Из-за того, может быть, что заканчивается школа. Сегодня, нет, сегодня что, завтра, последний день или сегодня. В общем, маленьких ребятишек много. И там вот сцена, народа виду много. Вообще в Испании очень много всяких праздников, они любят праздновать абсолютно все. Любой день у них праздник, они, если нет, то они придумают. Ничего страшного. Так что народу много, сейчас позырим. Зырки попялим, как я говорю всегда. Ай, сейчас отпущу его. Бень, ты бень. Ты? Да и спираты. Друг говорит, не хочет. Мама. А хочет поиграться. Два друга. Смотрите, какие. Он такой классный вообще, мой мальчик. И смотрит на меня. Ой, ой, вот так они играются. Видите? Народу, видите, вот там собирается. На этой сцене будет что-то твориться. Ты-ты-ды-ми-каса. А черепаха на своем месте. Музыку слушает и наслаждается теплой погодой. Так что здесь что-то будет. Концерт. Концерт по заявкам. Да, Чарли? Но нам концерт не надо. Все, музыка выключилась. Слава Богу. Нет, не выключилась. Не выключилась. Вот, смотрите, сколько народу. Видите? Причем я не видела никаких объявлений. Не знаю, что это, как это. Но нам не по пути. Нам мимо.
Иду тут мимо Бенетона. Манекены раздеты. Может быть, их раздели для того, чтобы переодеть в скидки. Потому что скидки у нас 1 числа. Но некоторые магазины пораньше начинают. Будем надеяться, что их переодевают на скидки. Ой. И будут скидочки. Так что я планирую скоро шопинг на скидках. Так что подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить это грандиозное событие. Вообще мне нужно подарки купить в России. Свои племяшки и все такое. Не свои, а своим племянникам. Так что надо уже думать, что купить, что не купить. Нужно что-то компактное, чтобы не весило много. В общем, не знаю, столько в голове. Потому что сестра приедет, ей тоже не хотелось бы вести только мои подарки. Они тоже много всего здесь закупают. Конечно, можно было бы отправить деньги, но ребятишки ждут подарков, а не денег, правильно? Правильно. Смотрите, какие интересные тоус. Вот эти. Да? Классные. Пока светофор красный, можно посмотреть очечки. Все, увезли мне мою мебель. Наконец-то. Чтобы она мне не парила мозги. Ящики я оставила, как и говорила, я их наверх подниму и сделаю себе там рассадник. Будет у меня мини-огород. А сейчас буду посуду мыть и также капусту тушить. Вкусняшка будет. Вот такая вкуснятина сейчас получится. Обжарила немного лучок с морковкой, с помидорками. Нарезала две картошки маленькие. Сейчас все это закрою, чтобы все это сушилось. А я буду посуду мыть и слушать музычку. Ням-нямка. Смотрите, какая вкуснятина получилась. Добавила укропчик. Обожаю укроп. Вообще прям обожаю. Я раньше так без него скучала. Потому что в Испании раньше, года 3-4, наверное, назад, может побольше, невозможно было найти укроп. Вы представляете, нигде я не могла его найти. А сейчас только вот у марокканцев. Ну нет, в Алькампо можно купить. В общем, можно найти укроп. Я этому очень рада, потому что я обожаю укроп. В общем, я все уже сделала. Нужно просто полы здесь помыть и все. Посуда вся помыта, почти уже разобрана. Ножи всякие стекают. Вот этот нож такой неудобный. Ужас. Помните, я с ним им палец отрезала? Вот шрам. Так вот, мы сразу с ним не поладили, с этим ножиком. Во-первых, он дорогой. Типа должен быть хороший. Потому что он, типа, ну тут камень, все дела. Вот тут вот может быть лезвие хорошее. Но он скользкий. Его им невозможно работать, потому что он как... Картошку чистить, он скользкий, он соскальзывает. И поэтому, то есть вот этот вот старенький ножик, но видите, он весь пошарпканный, тут уже вообще пипец. Но здесь как бы как силикон, и то есть он не дает ножу скользить. А вообще вот, деревянный, самый лучший ножик деревянный. Этому ножу уже лет 8. Ну, я хотела сменить, но не удалось. Пользуюсь вот этим. А тот вообще, вот я сейчас начала картошку резать, и он соскальзывает. И еще бы все пальцы нахер пообрежу. Но мне это надо? Нет, конечно. Как работать буду? Мне этого достаточно, шрам остался. Так, что я сейчас буду делать? А, полы надо помыть здесь. А завтра уже здесь помою. Вся эта мебель убралась наконец-то. Игрушки надо эти собрать, дурацкие. О, лежит, отдыхает. Все, устал. Устал. Видали его? Такой сладкий вообще. Такой, блин, обожаю. Люблю, ненавижу. Люблю, ненавижу. Да, моя рыба. Ну, смотрите, ну как его можно не любить? Ну, эти глаза напротив. Такой скатился колобочком. Такой прям сладкий. Некоторые не разрешают собакам на кровати спать, на диванах. Но я, знаете, ради... вот этих вот минуток, вот этих сладких, смотреть, как он спит, вот это вот все, готова стирать эти покрывала каждый день.
Тем более, это же не я стираю руками, а машинка, поэтому, говорят, там типа воняет собака. Ну, не знаю, у меня может быть собака такая, что она вообще не воняет собакой. Вот, ну, правда, не воняет. Вот, и в доме у меня нифига не воняет. Кто бы ни приходил, никто, ну, не знаю. Собака у меня такая идеальная. Ну, ну идеальная собака, что я могу поделать? Ну, посмотрите, ну вот ради этого, вот пускай лежит, хоть на голове у меня. Кстати, бывает такое, что и на голове сидит, потому что когда вот там муж сидит, а я вот тут, моя голова лежит, и Чарли хочет поцеловаться с мужем, он садится мне на голову и целует мужа. Вот так вот мы и живем. Вот. И просто мы смеемся все над этой ситуацией. И нам смешно, и хорошо. А что нужно для счастья? Смех и радость. Да, моя рыбка такая сладкая. Смотрите, какая моя рыбка сладкая. Буду с вами прощаться на этой нотке. Я специально не снимала одежду. Все-таки придут, ну, мужчина, да, хоть бы он и родственник, но что он меня будет ночнушки на меня смотреть? Конечно, как бы неудобно, да. Поэтому уже взялась я раз готовить и все дела. Время, кстати, 9:10 час уже, пипец. И пойду я в душик. Приму душ. Этот цветочек, ему нужно солнце. А фиалке нифига не нужно солнце, потому что, смотрите, сожглось. Тут хоть у меня и солнце-то всего пара-тройка часов, но все равно этого достаточно для того, чтобы он у меня почухался. Ну, смотрите, очухался цветочек. Вот даже тут, наверное, полезут цветы цвести. Просто ему было очень тесно в том горшке. Ну, там, я его когда достала, там одни корни. Там земли-то нифига не было. Вот. Смотрите, у нас стих ветер. Уже все хорошо. Надеюсь, что ночью не поднимется. Хорошо, что я ночью достаю ногой или рукой до двери, чтобы закрыть ее. Потому что этой ночью он поднялся сильный ветер, шторки начали колошиться, двери начали хлопать. И я быстренько так рукой, ногой вернее, закрыла дверь и все, стала ложусь. И в шоколаде. Так, ладно. Как говорится, на пусашок я вам уже сели. Прощаться будем еще 15-й раз. Всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Завтра уже пятница-развратница. Неделя практически прошла. Так что всем пока-пока и до завтра.